Не это я хотел. Абсолютно не это. А походу все равно придется, да? Так, как мне тает пройти? А, можно. Понятно. Ты слишком быстро. Надо, чтобы обратно. Я так не успею. Это здесь не то. Наверное, надо сначала ее раскрутить. Потом. Сейчас нажать. Все равно мы не успели допрыгнуть. А, ну сейчас успели. Отлично. Значит, так и надо было. Наверх не... А, толкать надо. Так, либо крутится весь механизм, либо мы падаем куда-то. Понятно. Понятно. Электричество никуда не ушло. Так, а что там будет у нас? Веревки там нету. Ладно, просто подождем. Прыгать там некуда. А, спасибо. Спасибо, именно с этой стороны. Сколько раз пытается тебя игра убить? Очень-очень много раз. И всегда успешно. И всегда такое более-менее неочевидное. Когда ты уже замечаешь, что вот-вот-вот-вот вот так вот она произойдет. Ты понимаешь, что тебя убьет, но ты не успеваешь убежать. Я думал, может она снизу откроется. Она открылась именно сверху. Так, здесь по-любому надо куда-то наверх. Здесь, возможно, налево, возможно, нет. Скорее всего, да. Так, здесь мы ничего не успеем. Магнит какой-то. Где-то надо здесь остановить. Так, а мне это ничего не даст. Отсюда я тоже не допрыгну. То есть надо сначала рассчитать... А, допрыгну. Хорошо. Да, так оставляем. Надо нажать. Пару прыжков. Так. Очень печальный прыжок. Без разгона прыжок очень плохой. Так, ладно. Мы так не успеем допрыгнуть. Пускай чуть скатится. Здесь очень трудно набрать скорость. С места хорошо. Все, отлично. Куда-то пробежали. Ну, давай сейчас мне по лицу проедет. Какая глава? Так, это 28-я, я так понимаю. Хорошо.
Давай по лицу проезжай. Нет, пока не хочется. Так, я передумал. Ну, пока, в принципе, не все так плохо. А, здесь у нас электричество. Все очень плохо. Так, хорошо, что мы можем тогда сделать. Сначала мы должны эту подвинуть сюда. Потом нажать рычаг, зацепиться за цепь, ну и дальше ждать. Можно им пока раскачиваться. Потом, скорее всего, нам надо на ящик как-то попасть. Хотя, может быть, лучше не раскачиваться. Лучше, наверное, не раскачиваться. Просто спрыгни вниз и все. Да куда ты полез-то? Полез дальше вниз. Нет, ты так, ты неправильно сделал. Ты давай так больше не делай. Я один раз вниз нажал. Так, хорошо, может, надо как-то по-другому спрыгнуть. По-другому мы не можем. Контур не работает, то есть только вниз нажать. Так что в целом-то я все сделал правильно. Просто игра решила иначе. Сейчас сработало. Так, здесь не знаю, прыгать вниз нет. Скорее всего, да. Ладно, сейчас опять тут будет нас преследовать, да? Камень. Это надо по-скорому забирать. Скорее всего, не знаю, туда толкать. Нет, что-то совсем не так. Я думал, может, на него встать. Так, здесь тоже вряд ли что получится. Так, хорошо, этот у нас падает. Видимо, он нам нужен совсем для других, для другой цели, чтобы перепрыгнуть. Да, перепрыгнули. В спину нам. Так, нет, а для чего он тогда нужен? Для чего-то же он нужен. Влево смысла толкать нету. По идее, не знаю, может быть, вот так вот можно встать. Повиснуть. Да, по рукам проехал. Так, нет. Пока не знаю, какое здесь решение. Там мы ничего не сделаем. Покатится в любом случае на нас. Если это оставить здесь, толку не будет. А, скорее всего, надо... Понятно. Надо просто успеть туда перепрыгнуть с этого ящика. В нужный момент. Все ясно. Решение ясно. Это какая глава? 29-я.
То есть мы его подтаскиваем в самый край. И отсюда просто прыгаем. Стой, по голове. Я думал дождаться, пока шары сзади появятся. В общем, дождался. Значит, ждать не будем. Прыгаем практически сразу. Главное его не перебросить. Так, все хорошо. Здесь что-то подсоединилось. Какая-то бабочка. Так. Вот этого я не заметил. И зачем нам теперь обратно? Видимо, других вариантов-то и нету. Так, что-то здесь все поменялось. Понятно, здесь у нас все рассчитано под секунды. А, ну хотя бы отсюда. Отсюда хорошо. Так, глава еще не 31-я. Так, 30-я, по-моему. 30-я глава. Так, а у нас в 31-й это яйцо находится. Так, не знаю, успеем ли мы здесь. Нет, не успеем. Абсолютно не успеем. Так, ждем. В другую сторону нам не нужно. Тогда можно зацепиться. И теперь надо залезать. Вот, а так мы успеем. Так, хорошо. Контроль у нас. Это еще не следующая глава. Нет еще. Так, ну я так понимаю, нам наверх. Там лестница есть. Есть рычаг. Так, сначала... А, вон яйцо уже вижу. То есть уже 31 глава. Хотя еще пока нет. Так, 31 идем назад, спускаемся по шестерне, затем по лестницам. Так, ну походу пока нам ее не забрать будет. Пока двигаем. Поможем. Так, нам не туда. Здесь мы не пройдем. Значит, получается, опять надо дергать рычаг. А у нас есть время, чтобы как раз таки куда-то залезть. Так что сначала крутим так, потом сюда. У нас есть время залезть, но мы не успеваем. Все отлично, здесь успели. Здесь успели.
Так, что у нас по подсказке тогда было? Спрыгнем на конвейер с ящиками, слева от которого большой пресс. Так, ну это все в 31-м. У нас еще 30-й идет. Видимо, то яйцо мы потом заберем. Скорее всего. Скорее всего, да. Ладно. Сейчас мы что-то здесь еще изменим. Видимо, туда потом вернемся. Так, по-моему, ее надо сюда, да? Она каталась туда-сюда. А зачем? А, нам наверх, наверное, надо. А это зачем? Так, ну хорошо, здесь мы можем направо. Пока подождем. А, уже нажали. Не вовремя я нажал. Так, нажимаем, когда она будет справа, наверное. Не дотянулись. Так, значит, когда она была справа, не совсем правильно, что ли? А коту надо двигать? Нет. Что мы там вообще, по идее, сделаем? Мы прыгнем на рычаг. Потом, наверное, мы должны спуститься сюда. Возможно. Так, мы включаем сейчас. Отлично. Здесь по-любому прыгать надо на рычаг. А, у нас здесь электричество врубается. Да, хорошо, что поставил ее сюда. Все отлично. Так, какая глава? А, вот уже 31-я. Так, то есть нам надо двигать ящики. Возвращение. 31-я. Это же 31 у нас получается. 20, 25, 31. Так, ну допустим, нажимаю 31. Ну, надо вернуться назад, что ли? Видимо, что-то я здесь, значит, не сделал. Так, хорошо. Что надо сделать? Спрыгиваем на конвейер с ящиками, слева от которого большой пресс. Слева от которого большой пресс. Это вообще еще ниже, что ли, надо спускаться? Так, ладно, надо целиком прочитать. Так, идем назад, спускаемся по шестерне, затем по лестницам, в итоге спрыгиваем на конвейер с ящиками, слева от которого большой пресс. Ну, где мы сейчас находимся? Нам нужно подвинуть ящик на ленте так, чтобы прыжком с него можно было зацепиться за пресс. Когда он будет в нижней точке, пробегаем сквозь пресс и прыгаем на лестницу, и яйцо ждет наверху. Так, хорошо. Надо запрыгнуть сначала
на этот пресс с ящика. То есть мы их немножко замедляем. Здесь ждем. Пробегаем. Я про эту лестницу даже забыл уже. Могли изначально сюда забраться. А нет, у нас на голове была эта штука. Личинка. Так, все хорошо. Яйцо-то мы забрали. Седьмое у нас. Собственно, теперь можем спокойно перезагрузить главу. Правда, придется опять это проходить, да? Так, сейчас мы глянем, что у нас там с яйцом. Когда мы вот так загружаемся. Так, оно осталось там. Серьезно? Оно не взялось якобы? Или оно нам... Оно нам, походу, не это. Не засчиталось, что ли? Это плохо, если оно не засчиталось. Придется перепроходить. Сейчас не посмотреть, сколько у нас их. Так, ладно, больше так не буду делать. Я думаю, мы его взяли, и все, и сразу все сохранилось. Походу, нет. Надо, наверное, добежать опять-таки до контрольной точки. Здесь очень везет, что мы с первого раза попадаем. Сейчас, наверное, опять напишу 7 из 11. Да, 7 из 11. Хорошо. Значит, аккуратно. Так, а здесь все равно придется крутить. Допрыгнули. Вообще можно было это изначально пройти все. Хочет цепляться. Так, ждем, ждем, ждем. Пускай разгонится чуть-чуть. Где-то вот здесь поворачиваем. У нас было время зацепиться, подняться. Сюда зацепиться. Так, ну я надеюсь, сейчас сохранение уже пройдет. В принципе, здесь мы должны повторно сохраниться. Так, ну это, естественно, придется опять перепроходить. Ладно, я сейчас заранее почитаю все, что там есть с этими яйцами. Чтобы заранее уже знать. Так, что ты все прыгаешь? Сейчас, по-моему, ничего не произойдет. В плане не хватится. Да, не хватило. Короче, надо по-любому это крутить вправо. До самого конца. Быстро залезать. Отталкиваться. Ждать. Где-то сейчас нажимать, прыгать. И ничего не получилось. Значит, так. У нас не хватило раскачки. Значит, позже надо нажимать. Где-то в центре.
Да, в принципе, ровно в центре. Так, цепляется он сам, кстати, контр не надо нажимать. Так, а вот здесь сейчас не знаю, что здесь будет. Так, следующее яйцо у нас, кстати, в 32 главе. Дергаем рычаг, когда мир прекратит вращаться. Мальчик будет стоять под лампой. Справа от него будет ящик, который нужно сбросить вниз, чтобы пройти дальше. Так, когда мир прекратит вращаться. Пока все вращается. Прикольно. Еще прикольней. Так, хорошо, откуда мы начинаем? Отсюда же. Или, по-моему, спрыгивать надо было сюда. Так, и что мне с этим делать? Он же постоянно будет ударять. А, здесь тоже электричество. Так, тоже умираем. Хорошо. То есть в любом случае она будет работать. Единственное, что мы можем сделать, это как-то ее откатить. У нас будет чуть-чуть время пробежать. Нет, слишком далеко. Здесь мы ее остановить не сможем. Так, это, конечно, интересно. А, ну, короче, мы ее должны отталкивать назад. Да, то есть мы ее отталкиваем. Быстро залезаем, прыгаем. Есть время, пока она откатывается назад, потом катится направо. О, отлично. Успели. Так. Понятно. Так, ну это пока еще мир не замирает. У нас уже... Так, это у нас, по-моему, 31-е. Так, я помню, что у нас вот это 25-е. 30-е. Так, 32-я. 30-я глава. Дергаем рычаг, когда мир прекратит вращаться, мальчик будет стоять под лампой. Справа от него будет ящик, который нужно сбросить вниз, чтобы пройти дальше. Не сбрасываем его, а прижимаем к правой стене с искрами. Залезаем на него и прыгаем влево вверх. Там небольшая скрытая платформа, с нее перепрыгиваем стену искр и забираем яйцо. Хорошо. Пока у нас все вращается. Что эта штука нас преследовать будет. Так, ящик. По-моему, это место, да? Так, который нужно сбросить нить, чтобы пройти дальше. Не сбрасываем его, а прижимаем к правой стене с искрами, залезаем на него и прыгаем влево вверх. Так, хорошо, прижимаем. Залезаем влево вверх. О, да, здесь какая-то есть. Дальше что? Дальше ничего не видно. Так, дальше направо перепрыгиваем. Да, направо. Вот наше яйцо 8. Отлично. Отлично. Так, дальше у нас будет в 34 главе. И что-то рядом с лифтом. Так, ладно. Здесь можем дальше проходить спокойно.